Всем привет! Вы давно мне просили сделать интересный контент. Так вот, этот день настал. Сегодня у моего Бори Нюха. И я приготовила для него подарочек. Поехали. А это кто? Муж. Толя. Толя, спокойно! Толик! Черные-черные очи с оттенком степною травы увидел я позднюю ночью. И что-то кольнуло внутри. Контакт в голове обесточен. Походу мне хана, пацаны. И панцирь, что был таким прочным, она разбомбила на куски. Мам, я не знаю, что делать, помоги, может подскажешь? У пацанов спрашивал, они не знают. Не было печали, но влюбился пацан. Вот так я пропал. О-о-о. Ведь не было печали, но влюбился пацан. Каблучки стучали, вот так я пропал. Ну что, друзья, поаплодируем Боре. Кажется, розыгрыш удался. Борь, ты чё? Это же актёр из Тюза. Её тёплые-тёплые ручи так крепко сжимали мои. Редчайший поистине случай. Попадали пацанские замки. А я и не против, ты знаешь, с такой свою старость встречать. С такое время не замечаешь, такую главное не проехать. Мам, ну я все, ну решил уже, ну железно прям.